На прошедшей сессии городского собрания силами депутатами было рассмотрено 6 вопросов повестки дня. Главный вопрос – бюджет города силами на 2017 год, второе чтение. Бюджет города силами на 2017 год утвержден в общем объеме 16 159 967 евро. И, конечно, главный показатель доходов нашего бюджета – это поступление подоходного налога с физического лица. На 2017 год эта сумма запланирована в размере 7 миллионов 28 тысяч, что на 2% больше объема полученных денежных средств по этому источнику доходов в 2016 году. До конца сегодня еще не утверждены государственные денежные средства для городских бюджетов, но те контрольные цифры, которые были представлены Министерством финансов, сегодня нашли отражение в нашем городском бюджете. Если говорить про расходную часть бюджета, нужно отметить то, что персональные расходы по нашим бюджетным учреждениям в основном были увеличены на рост минимальной заработной платы. И исключение составили заработные платы детских дошкольных учреждений, и в первую очередь это, конечно, педагоги детских садов, чья заработная плата в 2017 году увеличится еще на 5% с 1 января текущего года. Инвестиционная программа нашего бюджета составляет 2 миллиона 645 тысяч евро, из которых 1 700 тысяч – ожидаемая внешняя поддержка по тем объектам, которые запланированы в инвестициях сегодняшнего года. Самая большая сумма идет у нас на реконструкцию бульвара мэрии. Сумма достигает 1 745 тысяч, где ожидаемая поддержка, уже мы имеем подтверждение, 1 445 тысяч. Будут отремонтированы дороги, будут отремонтированы дорожки в нашем городском парке, будет приобретено оснащение для нашей городской библиотеки, которая уже отреновирована в помещении нашей гимназии. Будет утеплен чердак на Чкалова 25. Будут подготовлены несколько проектов, проект по морскому променаду, готовятся проекты на реконструкцию наших двух основных школ, Ванолина Коль и Канука Коль. Город также будет подавать ходатайство на денежные средства из государственного бюджета на реконструкцию этих школ. Но пока в этом году мы готовим только проекты. Детский дом, по детскому дому запланировано 37 тысяч евро в инвестициях для того, чтобы переоборудовать помещение детского дома для новой модели работы детского дома. Еще раз напомню, общий объем бюджета, принятого вчера на сессии городского собрания, составляет 16 159 967 евро. Также депутаты рассмотрели ходатайство о передаче земли в муниципальную собственность, внесение изменений в решение Силамяевского городского собрания ходатайство о передаче земли в муниципальную собственность, утверждение в должности члена городского управления, а также другие вопросы. Во вторник министр государственного администрирования Михаил Корп встретился с руководителями города силами. В ходе визита обсуждался прежде всего ход административной реформы, а также другие актуальные для нашего города темы. Всем известно, что в стране полным ходом идет реформа административного устройства. Главная ее идея заключается в укрупнении местных самоуправлений. По мнению разработчиков реформы, чем самоуправление крупнее, тем оно сильнее и жизнеспособнее. На основании принятого закона об административной реформе, те самоуправления, которые не соответствуют определенным в законе критериям, не смогли договориться о добровольном слиянии, правительство имеет право объединить в принудительном порядке. В числе таких самоуправлений, которые не соответствуют критериям, город Нарва-Ыйсу и Вайворская волость. Этим самоуправлением правительство делает предложение объединиться с городом Силаме. Все самоуправления, получившие соответствующее предложение, должны будут не позднее 15 мая представить уездному старейшине свое мнение. Окончательное решение о принудительном объединении правительство вынесет после того, как оно ознакомится с мнениями самоуправлений, с их аргументами «за» и «против». Но, как известно, не все из получивших данное предложение восприняли эту новость позитивно.
На данной встрече также подробно обсуждался вопрос возможности получения городом финансирования из различных фондов. Большинство действующих программ направлено на развитие региональных центров и крупных городов, или наоборот, небольших волостей. Город силами не относится ни к одной из этих групп, поэтому зачастую лишен даже возможности участвовать в проектных конкурсах. Руководство силами выразило также обеспокоенность, что у жителей силами нет возможности обращаться в государственные учреждения, например, в департамент полиции и погранохраны для смены документов или департамент социального страхования по месту жительства. И просили министра рассмотреть возможности организации приема данных служб в городе, по примеру, организованного приема в городе специалиста департамента конкуренции. На заседании комиссии по празднованию юбилея города рассматривалось много вопросов. Подробности от специалиста горуправы Надежды Скачко. Надежда Сергеевна, ну какие вопросы вы рассматривали на прошедшей комиссии по празднованию юбилея города? На комиссии по подготовке к юбилею города рассматривался целый ряд вопросов. Среди них вопросы, связанные с подготовкой к юбилею, вопросы организации праздничных мероприятий и принятия делегаций из городов-побратимов. Праздник города состоится с 23 по 25 июня. Программа праздника находится в стадии разработки, но основные мероприятия мы можем назвать уже сейчас. 23 июня на берегу моря состоится праздник Яновой ночи, как это проходит у нас традиционно. 24 июня – основной день праздника, который будет посвящен истории города. В этот день пройдет праздничное шествие, торжественная церемония открытия праздника, вручение благодарственных писем жителям города, концерты, различные викторины, мастер-классы, экскурсии, концерты приглашенных звезд, имена которых мы сможем называть в феврале, а также выставка ретро-автомобилей и будет работать фотосалон. 25 июня на территории спортивного комплекса пройдут различные спортивные и молодежные мероприятия. 29 июня – это день рождения города, когда 60 лет назад город Силаме получил статус города. И в этот день тоже планируется ряд мероприятий. Из них, основные из них – это церемония бракосочетания, чествование новорожденных жителей города и музыкальное поздравление городу. И, пользуясь случаем, хочу пригласить молодые пары, которые желают принять участие в церемонии бракосочетания, сказать о своем желании, обратиться в городское управление, и вы сможете отметить свой праздник вместе с Днем города. На данный момент проходит несколько конкурсов, которые связаны с юбилеем города. Один из них – конкурс рисунков, который называется «Силамяя сегодня», «Вчера, сегодня, завтра», и конкурс аудиопоздравлений к юбилею города. Также мы собираем игрушки советского периода, чтобы в июне открыть в Силамяйском молодежном центре по интересам Ули выставку игрушек. Кроме этого, объявлен конкурс «Народный артист Силамяя», и все желающие смогут выступить 24 июня на главной сцене праздника. Всю информацию о юбилейных мероприятиях можно посмотреть на городском сайте в разделе, посвященном юбилею города. Два дня во дворце спорта «Калев» проходил турнир по футзалу, посвященный тренерам по футболу Петрову, Барабанову, Мухину. В соревнованиях приняли участие ветераны из Прибалтики и России. Организован турнир клубом «Алмаз», руководитель Юрий Гусев, и тренер клуба «Дина» Николаем Тощевым. Николай, ну массовость у нас массовостью, а как качество футбола? Ну, собрались ветераны, все бывшие игроки, футболисты, поэтому матчи проходят очень жарко. Вы видите, что нет никаких больших счетов, то есть или ничья, или гол два, разница. То есть, ну, качество хорошее, скажем так. Ну,
некоторые игроки с животами, так скажем, но они достаточно бойко, так скажем, бегают по полю и показывают неплохой футбол. А 15 команд – это рекорд или нет? Ну, я думаю, что, наверное, рекорд. Просто надо просмотреть предыдущие турниры. Но страны Литва, Латвия, Эстония, Россия представлены на этом турнире. Поэтому и Беларусь еще, команда из Беларуси. То есть 5 стран представлены на этом турнире. Ну, да, уже второй год он меня не берет. Тот еще? Да, он, видимо, не хочет гонорары наделиться. Конечно, понимаешь? Подбегай, Миша!